Для тех, кто не новичок в кондитерском деле, будет, кстати, мой рецепт, рассказывающий о том, как приготовить цветную глазурь. Ее можно использовать для различных десертов. Готовьте и пробуйте. Попробуйте украсить такой глазурью праздничный торт, бисквитное пирожное или пончики. Благодаря тому, что глазурь зеркальная, любая выпечка станет торжественной и будет красиво смотреться. Краситель выберите по вашему желанию. Я остановилась на зеленом. Десерт получился сладким, но не приторным. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Желатин замочите в холодной кипяченой воде на 10 минут. Соедините нарубленный шоколад, или возьмите его гранулами сразу, со сгущенным молоком в высоком стакане. В сотейнике соедините сироп с сахаром и 50 мл воды, доведите жидкость до кипения, а потом проварите ее в течение 2 минут на среднем огне. Сахарную жидкость влейте к шоколаду со сгущенкой, перемешайте и оставьте на 2 минуты. Вкусняшки, подписавшимся. В стакан добавьте желатин и краситель, перемешайте. Пробейте получившуюся массу блендером до жидкого состояния. Перелейте глазурь на пищевую пленку, уложенную в стакан, оставьте ее в холодильнике минимум на 1-2 часов. Перед нанесением глазури, полностью остудите торт или пирожное, саму глазурь нагрейте на водяной бане до 35 градусов, а потом поливайте изделие. Вкуснее тем, кто подпишется. А теперь ингредиенты. Сахар 100 грамм, сироп глюкозы 100 грамм, вода 50 грамм, сгущенное молоко 70 грамм, желатин листовой 8 грамм, шоколад белый 100 грамм, пищевой краситель, пакетик 1 штука, количество порций 6. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Люблю вас, друзья, жду снова.